Привет всем! Вы на канале Леонардо, American Boy and Mika. Миша, наш братик двоюродный. Итак, мы сегодня, today we're gonna talk about как научить ребенка ходить. Лео эту роль не сыграл, поэтому он ушел с кадра. А видео будет про Мишу. Друзья, смотрите, заметьте, как он начинает идти. Благодаря вот этим двумя штукам. Лео, ты отвлекаешь пока. Хотя это будет привлекательно для Миши, чтобы Миша сюда и шел. Смотрите, Миша стоит с такой четырехколесными ходунками, которых он пару дней еще возил по всей комнате. А потом ему надоело их возить, и он встал и пошел. У него еще уверенности не так много, но мы сейчас попробуем эту уверенность у него пробудить. Миша, представь, что мы у тебя забрали эту вещь. И тебя нет шансов сесть. Представь такую картину. Тебе надо идти. Поздравляем, Миша пошел! Иди сюда, на! Good job! И тут он сдался. Ну, достаточно, что все видео было уверено, что Миша уже научился ходить дня три назад. И сам встал. Друзья, и вам подсказка. Если вы хотите, ваш ребенок, чтобы научился ходить в возрасте 9, 10, 11 месяцев, самая лучшая штучка – это такая четырехколесная, такие ходунки, которые он возил, сколько, неделю где-то, да, по всему дому. А сейчас он уже ходит сам, так что для нашей семьи это большое достижение. На этой ноте Миша и Лео. Смотрите в кадр и скажите: «Друзья, подписывайтесь на наш канал». И ставьте лайк! Друзья, у нас конкурс! Мы разыгрываем вот такой вот только новый детский лэптоп LeapFrog, в котором Лео выучил английский алфавит. Поэтому не забывайте, в середине июня 2016 мы разыгрываем этот конкурс. Лео, держи, закрывай крышку. И мы закончили это видео.